Сегодня на Дорода вас ждет противостояние розовой и черной еды. Такого крутого челленджа вы еще не видели. Оставайтесь с нами, будет весело. А ну, стоять! Сегодня я буду первой открывать крышку. Вот это да! Это же корейская лапша, обожаю ее. Я тоже. Да, только вот я не понимаю, чем же мне ее есть руками. Держи, у меня есть палочки. Ну ладно, попробую. Оказывается, это сложнее, чем я думала. Но я не сдамся. Да уж, вся лапша на столе. Если я не смогу съесть ее так, то я точно смогу намотать ее на палочки. Так будет гораздо проще. Ой, ты что творишь? Я наслаждаюсь своей лапшой. Будь аккуратнее, она летит во все стороны. Ну ладно, тебе не обижайся, может быть, тоже хочешь? Нет, спасибо, я обойдусь. Ну тогда открывай свою крышку скорее. Ого, вот это я понимаю, вкуснятина. Ты посмотри, какой огромный. Да он больше, чем я. И вкусный, наверное. Раз он такой большой, может, ты и со мной поделишься? Нет, я сама его съем. Ах так, тогда я сама его заберу. Куда? Это же мой торт. Был твой, а стал мой. Уж очень я хочу его поскорее съесть. Пусть даже руками. Главное, что вкусно. Ну уж нет. Я не позволю тебе есть эту вкусняшку. Отдай. Не получишь. Отдай его мне. Нет, мне. Это мой торт. Не хочешь отдавать? Получай. Ах так. Сама получай. Ну все. Это война. Вот тебе, вот тебе. Мой торт. Да кто тебе это сказал? Торт мой. Получай. Лучше бы мы его съели. Так еще не поздно. Скорее ешь. Торт неплохой. И без тебя знаю. И правда, очень вкусный. Можно я буду первой? Мне так интересно. Ну, давай. Зачем мне кактус? Он же острый. И, наверное, невкусный. Ай, как же мне его есть, если у меня от его иглы весь палец покраснел и опух? Уж не знаю, как ты будешь есть, но другого выхода у тебя нет. А что у меня? Ничего себе! Какой огромный Сникерс! Он такой большой и наверняка такой же вкусный. Нужно поскорее это узнать. Аккуратнее! Ну, прости, я не специально. Как же мне его съесть? Не обойтись без пилы! Получай, Сникерс! Сейчас я тебя съем! Аккуратно! Все крошки летят в меня! Не кричи! Лучше смотри, сколько в нем начинки! Какой же он вкусный! Мне плевать, какой он на вкус. Я вся в нем. Ну и ладно. Какая ты скучная. А все потому, что у тебя нет такой шоколадки, как у меня. Ты просто мне завидуешь. Да уж. Ешь ты, как будто животное из миски. Могла бы хотя бы взять вилку. Слушай, раз тебе так вкусно, то у меня есть неплохая идея. Как тебе понравятся иголочки от моего кактуса? Да уж, ножницы совсем затупились. Но ничего, иголки я все-таки настригла. Уверена, ей будет очень вкусно. Какая вкуснятина! Ой! Откуда у меня иголки? У меня весь язык в них! Ой-ой, кажется, пранк вышел из-под контроля. Но ничего, здесь поможет доктор Мэри. Осталось найти нужный инструмент. Может, этот? Или этот? Может быть, что-нибудь посильнее? Да ладно, я шучу. Мне нужны самые обычные щипчики. Потерпи немного. Осталось совсем чуть-чуть, и ты будешь как новенькая. Все? Спасибо, конечно. Но все-таки в этом виновата ты.
Так что давай, приступай. Ешь свой кактус. Я? Спасибо, но я даже не хочу. Он же невкусный. Это не важно, ты должна. Ладно, попробую. О нет, есть такую гадость просто невозможно. Это ужасно. Но думаю, я знаю, что с ним делать. Раз кактус нельзя есть в таком виде, нужно просто сделать из него нечто более вкусное. Думаю, коктейль из розового кактуса будет очень даже ничего. Ладно, хватит болтать. Сейчас я все узнаю. О нет, это ужасно! Даже пить невозможно! А ну не трогай крышку. На этот раз моя очередь открывать первой. Ничего себе, какой большой и аппетитный бургер! Ну ладно, теперь ты открывай. О нет, это же черви! Они такие мерзкие! Как есть червей, я не знаю. Зато я точно знаю, как можно есть мой бургер. Он такой сочный. Вот бы попробовать. Давай я тебя угощу. Шутка. Неужели ты поверила? Ну что ж, пробую. Бургер-объеденье. Эй, Мэри, а как твои черви? Вкусные? Ты еще не попробовала, так давай. Может, мне их и не нужно есть? Они вон даже в руках не держатся. Спокойно, я знаю, что тебе нужно. Китайские палочки. Вот, спасибо. Но черви от них лучше и вкуснее не станут. Конечно, нет, в этом и смысл. Давай, меньше болтай, больше ешь. Надеюсь, меня не стошнит. Ну, давай же, давай. Фу, это даже выглядит ужасно. Конечно, я же ем червей. Ой, кажется, он просится наружу. Не могу его удержать. Выглядит забавно. Наружу и мне на волосы – это разные вещи. Какая пакость! О, бургер! Ты делиться со мной не хотела. А я вот с удовольствием дам тебе попробовать немного червячков. Уверена, тебе понравится. Угощайся, Диана. Тебе должно быть стыдно. Ты испачкала мои волосы. Но ничего, зато у меня еще есть целый бургер. Приятного аппетита! Спасибо. Что это такое? Что это ползает? Откуда это? Это твой друг червячок. Вкусно тебе? Неужели у меня весь бургер в этой гадости? Что? Нет! Только не это! Меня сейчас стошнит! Мне плохо! Да уж, неприятно. Что же у меня? Ой, розовая нутелла, класс! Это везенье. Надеюсь, меня тоже ждет что-то вкусное. Странно, что за звуки из-под крышки? Это же муха! Или пчела? В общем, насекомое. Не буду я его есть. Уберите его от меня! Ты будешь есть, тебе придется. Давай, начинай. Не буду, не хочу. Надеюсь, это создание хотя бы не кусается. Ай, оно еще и кусается. Как же больно. Смотри, что ты сделала. Я понимаю, что тебе больно, но теперь эта пчела на моей нутелле. Убери ее. Давай сюда. Может, я все-таки смогу ее попробовать. Хотя сомневаюсь. Ну, пробуй. Фу, нет, не буду. Ты опять сделала хуже только мне. Она у меня на голове. Не переживай, я мигом все исправлю. Я прихлопну это насекомое мухобойкой. Что? Нет! Упс, кажется, я перестаралась. Мэри, ты там жива? Как дела? Спасибо, что хотя бы не убила. И как тебе не стыдно? Ну, я же не специально. Прости, зато мухи больше нет.
Значит, теперь я могу спокойно перейти к своей Нутелле. Круто! А Нутелла очень даже ничего. Розовую я еще ни разу не пробовала. Она оказалась самой вкусной. Теперь буду есть только такую. Главное сейчас не оставлять ни капли. Даже банку нужно вылизать. Ты свое лицо видела? Оно все в пасте. Ой-ой. А ты видела, что там такое? У тебя на голове? Нет. А что там? Опять эта муха! Я думала, я ее убила. Оказывается, нет. Но не переживай, я быстро с ней справлюсь. Не надо, пожалуйста. Получай. Ну что, теперь поняла, как это больно? Да как ты... Да, поняла. Очень больно. Голова раскалывается. Предлагаю скорее узнать, что внутри. Полностью согласна. И это все? Одна печенька на нас троих? Да уж, маловато. Что будем делать? О, кажется, я знаю. Пришло время тянуть карточки. Ну вот, я даже ее не попробую. Не повезло. Если только не сделаю это быстро. Нет, ты не тронешь нашу печеньку. Теперь я тяну карточку. Я смогу ее откусить. Ну вот, значит, мне придется ее облизывать. А я так хотела поесть. Только мне сегодня повезло. Хотя у меня есть идея. Саманта, можно я буду первой? Валяй. Все равно ты не сможешь ее съесть. Может, я и не съем, но я слежу самое вкусное. Белую начинку. Что? Даже мне не оставила. Не переживай, специально для тебя я подготовила немного слюней. Вот, держи, приятного тебе аппетита. У меня, кстати, неплохие слюни. Какой кошмар, это же такая мерзость. Фу. Меня как будто собака в рот лизнула. Эй, а я-то тут при чем? Какая гадость. Пора открывать. Можно на этот раз я? Давайте посмотрим, что же там. Ой-ой, кажется, это кактус. Может быть, он шоколадный? Нужно проверить. Нет, не шоколадный. Больно, он настоящий. Какой ужас, это же игла. Я знаю, как могу тебе помочь. У меня как раз завалялась пара пластырей. Именно они тебе сейчас и нужны. Спасибо, Джек, ты настоящий джентльмен. Кажется, пришло время тянуть карточки. Ну вот, только не это. Ура, я выиграла, я не буду его трогать. Ой, мне придется его облизывать. А мне кусать, какой ужас. Да уж, не повезло. Особенно быть первой. Нет, я не буду первой. Нет, ты будешь. Как дети ссорятся. Это твое. Нет, твое. Хватит, уже достали. Может, решите вопрос проще на Цуефа? Это хорошая идея. Цуефа! А, кажется, я выиграла. Так что, Джек, ты первым будешь лизать эту гадость. Так хотя бы честно. А, как же больно! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой! Бедный Джек! Да ладно вам, это просто шутка. На самом деле язык не настоящий. Дурацкая шутка. А теперь ты должен лизнуть кактус по-настоящему. Точно. Ладно. Я не буду рисковать. У меня есть идея, как сделать кактус совсем безобидным. Так он точно не будет колючим. Ай, аккуратнее. Все же прямо в нас летит. Я вся в иголках. Не ворчите. Зато я теперь могу спокойно облизать кактус. А Эмбер сможет его откусить. Так, я попробую. Я не при делах, но все равно вся в иголках. Фу, даже бритый кактус на вкус отвратительный. Фу, это очень гадко. Почему снова в меня? Причем тут я вообще? Ой-ой, это не я. Это все она, Эмбер. Чем это так пахнет?
Кажется, запах из-под крышки. Нужно узнать, что там. Окей. Ой, этого я и боялся. Это же рыба. Фу, гадость. Мерзкая рыба. Но карточки никто не отменял. Блин, придется ее лизать. Ура, я не делаю ничего, мне повезло. Это что такое было? А, неважно. Получается, мне придется ее кусать. Ну уж нет, я не согласна. Придется. Это сложнее, чем я думал. Мне страшно. Но я должен, я смогу. Еще минутку. Не будем мы ждать. Вот, я тебе помогу. То-то же, так и правда быстрее. Мерзость. Да как ты посмела? Я тебя отомщу. Вот, ешь свою рыбу, кусай. Ты что сделал? Я не была готова. Меня сейчас тошнит. Фу, ну и вонь. Но это еще не все. У тебя целая половина рыбы. Отстань от меня. Ай, мне же больно. Зачем вы так? Ну что, открываем? Погнали. Ничего себе, какой огромный торт. Уже хочу его съесть. Но еще рано. Сначала карточки. Они уже наготове. Разбирайте. Круто. Я могу все облизать. Ура, я буду есть. Ну вот, а я ничего не смогу сделать. Хотя почему я должна страдать? Я тоже могу попробовать тортик. Ой, как же это вкусно. Так бы и ела этот торт вечно. А ну руки держи подальше. Это вовсе не твой торт. Жадины, могли бы и поделиться. Мне самому мало. Может, хватит? Вообще-то это и мой торт тоже. Как же вкусно! Хватит! Нужно делиться! What? Ты чего? О, тортик еще и на носу. Класс! Ты был прав. Торт просто шикарный. Эй, Саманта, может, ты и с нами поделишься? Еще чего захотели, это мой торт. Ни за что. Ах так, тогда получай. Ты что наделал? Да я тебя сейчас... Ну все, ты у меня получишь. Зря ты так со мной. Эй! Не попала. Ты совсем обнаглела? По-моему, тебе даже идет. Интересно, что там внутри? Ой, кажется, это невкусно. Это просто ужасно! Какая же гадость! Кошмар! Ну вот, а я еще это ем! Ура, повезло! А я что? Окей. Ладно, облизать его будет не так сложно, если зажать нос. Это и правда не так страшно. А если убрать прищепку вот так вот? Фу, какая мерзость! Верните мою защиту! Джек, теперь ты. О, нет! Я не смогу его съесть, это гадко! Но тебе придется. Почему именно мне так не везет? Как же это невкусно! Наконец-то свежий воздух. И не говори, подруга. Рано радуетесь, что-то мне нехорошо. О нет, опять эта вонь! Помогите! Я падаю, спасите. Упс, я не виноват. Давайте посмотрим вместе. Круто, хуба-буба. Да, осталось только карточки вытянуть. Что же у меня?
Ну вот, я даже не смогу пожевать. А я смогу пожевать жвачку. Как же круто! Облизывать. Ну, жвачку нужно жевать. Вот, лови, ты будешь первый. Класс. Надеюсь, она будет очень вкусной. Так, попробуем язычком. Хотя чего мелочиться? Можно облизать ее целиком. Так будет точно вкуснее. Ты же ее испортишь. Может, хватит уже? Дай ее мне. Ну вот, теперь она вся в слюнях. Зато мне было вкусно. Нет, я не буду ее есть. Это гадко. Опять? Я-то тут при чем? Фу, теперь ее точно никто не будет. Ну что, это было круто. Еще больше таких же классных и смешных челленджей всегда можно найти на Дорадо. Поэтому оставайтесь с нами.